Приветствую всех на канале Мир Приколов Геймс, на связи Александр Приколес, и мы продолжаем выживать в игрушке Don't Starve Together, играем в одиночку за Викерботом, с модом на, с глобальным модом, хотел сказать на эпических гигантов, с глобальным модом Мега Рандом. И, кстати, я немножко могу тупить, потому что это уже пятая серия подряд, которую я записываю. Так. И свинки убежали, блин. Я не знал, я либо не знал, либо забыл, что когда выходишь из игры, потом заходишь, чертовы свинки отвязываются. Так, мне нужно достать мясо. Мясо. Где бы его достать бы? Пойдемте вот сюда, вот сходим. Я тут еще пока не смотрел, что происходит. Вообще, лед набрать, нужно много чего набрать. Давайте долбанные деревья срубим. Я грибы сейчас, наверное, жареных и сырых наемся. И здоровье поправлю, и рассудок поправлю. Чего? Чего? А. А тут переход, и там яички он есть. Яйца стырить, что ли? А то я ничего еще не сажал, ничего. Так. Давайте где-то вот здесь поставим костер. Давайте. Они немножко сытость восполняют, правда, так не очень. А жареные вообще не восполняют. Я не знаю, хорошая идея яйцо 3 сейчас сбежать или нет. Мне кажется, не очень. Да, мне кажется, не очень. Лучше я тут побегаю, поищу какую-нибудь там морковку. По-любому же что-то тут растет. Рядом. Яйцо лучше днем стыбрить. Чтобы хотя бы видно, куда убегаешь. Так, а что тут пусто? Да, хотим есть. Ну, из-за того, что я никак не готовился, ни грядки не сажал, особо ни, вообще ничем полезным не занимался, кроме того, как обыскивал мир, у меня с едой не особо все и хорошо. Опа! Кстати, тут МакБивень. Сейчас мы пойдем сбегаем туда все равно. Там МакБивень, наверняка там будет сейчас мясо. Хоть от кого-то. Может, даже от него. От свинок будет. Ой, а от гончих будет, от него будет. А я что-то, что сожрать бы? По-моему, лед можно жрать. Кирки нету. Я не помню, что там он по сытости прибавляет или нет. Я знаю, что он охлаждает. Так. Очень мало. Ничего страшного. Замерзнуть-то мы не замерзнем сейчас. Очень мало. Так, я вижу ягоды, вот, но это нужно еще пробежать все это дело. Вот еще МакБивень. Сейчас, может, шапочку, кстати, достанем себе для мозгов. Собаки? Не, показалось. Я сделаю вот так вот. А МакБивень-то появился, нет? Да, появился. Он его уже колбасит. Так, правда, меня тоже сейчас могут за... Я съел яичко, нет его, все, отстань. А чё дв... О, цветочек. Нету, нету ничего уже, все. Это не я. Так, МакБивень там, походу, уже... Это как... Того. Опа, ладно, не по мне. Пойдемте цветочек возьмем. Морковку оставим. Пока. Вот черт. Нас? Нет, 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 нет. Бежим. Так. Ладно, я в броне.
Черт, я забыл, что тут везде макби мне эти долбаные. О! Скинули, сейчас. Может, мясо добудем? Убьет она их? Нет, убил одного. Опа, отлично. Берем, это нам пригодится. И уходим отсюда. Замороженная птичка. Так. Опа, 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 он опять. А, кстати, может, мы его и убьем сейчас, давайте. Он без гончих. Точно, чё ж. Там же какой-то процент выпадения. А, кстати, это новая база какая-то? Я, по-моему, не видел эту. Ой, и этот рог выпал, и шапочка выпала, кстати. Да и тебя давай вот тоже убьем. Кстати, я, по-моему... А, был я на этой базе, по-моему. Ай, черт. А, да пофигу, давай. Отлично, мясо. А, я тут не был. Я тут не был. Чё у нас тут полезного-то есть? Давайте это возьмем. Это возьмем. Травки нету, какашки. Это заберем. Костра здесь нет в этом месте. Да ты бивень выбил уже. Давайте пофигу на рассудок. Поднимется сейчас. Так. А мы вообще... Наверное, нужна все-таки... Да, алхимическая машина. А... Где я там бегал? Посмотреть, что там осталось от... От Макбивня. Ну, там по-любому его убили. Там мясо могло остаться. Птицы не едят. Че, я не понял, че они бегают с кем? Только бы они моих этих не убили там. Не понял, где мясо. Либо он убежал. Что вполне вероятно. Мясо могли эти сожрать. Как их... собаки. Так. 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 О, рассудочек поднимается. Покушать. Покушать есть мясо. И, в принципе, монстр мяса сейчас мы это. Кстати, около свиней, наверное, есть смысл большой костер поставить. Да, есть смысл большой костер поставить для того, чтобы хотя бы... Ну, там все равно база у нас будет именно под свиней. Под деревню делать буду здесь. Смысл их ломать, когда и так неплохое место. В червоточину запрыгнул, все. А, не хотел я морковку рвать. Кстати, кокос еще. Тоже недалеко. Или далеко, подожди. А, их вообще, кстати, эти деревья не видно. И домики такие тоже не видно, как их. Наверное, где-то вот тут поставить есть смысл. И домики кабанов тоже не видно. Не отображаются на карте они. Так. Блин, грибочки, не знаю, можно рубить, нельзя рубить. Куда бы сбегать, что-нибудь еще сейчас пока разведать ночью. А там уже можно будет... У нас как со светом? Фигово. А там кролики, да? Ну, вообще-то до них еще далеко, поэтому давайте... Нагреться нагрелись, нормально, рассудок пускай поднимается. Тут где-то большой кролик, по-моему, был. Черт! Нет, я не хочу с ним это. Он, по-моему, нападает, если мясо есть. Поэтому ну его нафиг. Стоим. Сейчас
Тогда я обрежу ночь, потому что тупо буду стоять. Что еще тут делать? Ждать, когда свинки выползут. Все, увидимся через секундочку. Так, утро наступило, все окей. Все более-менее спокойно, у меня только руки есть. Огонек потушили. Ну, не страшно. Так. Давайте, свинки, идите сюда. Конечно, 4 свиньи мало, для, там, может получится немножко пауков подолбить, может, ну, хотя бы немножко подолбим. Макак, естественно, мы не вынесем такой маленькой армией. Вот ты чертов кролик. Они же на него не нападут? Он им нафиг не нужен, мне кажется. Да, они за мной бегут. Так, светильник. На всякий случай сейчас зарядим. Вон у нас рассудок и от шапки, и от свинок. Все окей. Так, пошли, пошли мочить в первую очередь паучков. В первую очередь этих долбанных паучков, они мне тут мешают. Со свиньями не буду рубить эти дрова, потому что я боюсь, они мне сейчас... Они мне сейчас и банановые деревья тоже посносят. А чё так дофига тут пауков-то? А, я с другой стороны зашел. А, тут обойти-то как-то можно. Походить только здесь. Сейчас уберем. Чё-то пауков слишком дофига, нам не нужно так. Тут змейка была, ее загрызли, нет? А вот кабанчик тут еще. Да пофигу, он может сам поможет сейчас. Вот паук, не знаю, ядовитый будет, нет? А броню не одел. Так. Так, свинку одну уже убрали. Так. Так, бьем его, бьем, 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 бьем. Отлично. Так. Убивайте кокон. А то что-то тут вообще они распоясались. Давай, 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 давай. Ломай. Так, одних снесли, отлично. А тут что вы спите-то, ё-моё? Ну, сейчас свиней убьют, это точно. Так. Опа-на, попал. Так. Так. А, танкуем, ладно, пока. По-моему, свиней всех хует как. Хотя там один зеленый только был. Ну там толпа вышла, мне кажется, и всех замесила. А, да черт подери. Какого лешего. А, сейчас могут загрызть хатча и... Да, грызут уже. Еще и зеленый сволочь. Еще и зеленый. Гаденыш, давайте их оттаскиваем. Побьем сейчас еще паучков. По-моему, меня бьют. Ой, свинью загрызли! Так, а у меня мясо было... В инвентаре. Так. Я никак не могу. Я могу, конечно, попробовать сейчас возродиться. Все, загрызли их. Куда вы тащите меня, черт? А сколько у меня секунд? Все, никого нету. Сейчас уснут. Загрызли и хатча, и...
Что-то не получилось. Так, а у меня последний этот. У меня один только амулет был. Больше их нету. Так, подожди. Так. Короче, куча лишней фигни. Так. Лечилка нужна, это нужно. А чё, одна лечилка? Да ладно. Так, факел выкинем. Поубивали всех этих моих ребят. Сейчас придут. Через день, что они приходят там. Так, не получилось у меня пауков пока. Ой-ой-ой-ой-ой. Стой. Где? Так. Давай вот так вот сделаем нафиг. Черт. Мясо сожрали, сволочи. Наверное, было лучше лечил. Черт, как вас много, а. Можно самостоятельно потихоньку ту же биту сделать, допустим, и делаю. И нормально фигачить их. Так, давайте золото возьмем. Сделаем трость. Так, дофигища пауков. А я... не умею пока. Ладно. Так. Чёртово создание. Чёрт, я как-то надо сразу было выносить их. По-моему, куда-то складывал, нет? Нет. Лечилок нету. Нету паутинки дофига. И вот это долбанное дерево мне здесь мешает. Из камыша, наверное, я сразу этот сделаю. А, слушайте, а я же... совсем забыл. Птица всего мира. Какая серия-то уже по счету? Черт! Совсем забыл про книжки. Так, ну вот это... это нужно искать. Вот это более реально. Это практически... это растение, зимой, по-моему, не работает. А птицы... птицы как раз долбить можно. Крампуса вызывать. И сказки на ночь усыпляют. Это вот нужно две книжки. Топли ужаса. Вот это я, кстати, книжку могу даже сделать. Но нужен, по-моему, шляпусник. То ли шляпусник, то ли... да, шляпусник нужен. Шляпусник, я надеюсь, стандартно делается. Да, кролики нужно найти. В первую очередь нужно избавиться от этих долбанных. У меня на чучело есть. В принципе, я даже, по-моему, смогу сделать и шляпусник. Если шляпусник я сделаю, то я смогу сделать эти манипулятор. Ладно, давайте пока, ребят, пускай здесь сидят. Так, 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 так. Я, кстати, по времени не помню, когда серию заканчивать. Ну, скоро. Что-то как-то они... а, кстати, вот это же... Снейк. А, тут в норках эти... в норках живут. А это они не застревают. Они в норках, значит, тут живут у нас эти... а, змеи. В этом биоме. Понятно. Ой, зря я это сделал. Я думал, они все вылезли оттуда. Давайте так постепенно будем набивать. Так, стой. Так, мясо лучше вот сюда. А то если... а если сдохну, это конец. Так. Так, отлично. Немножко лечилок подъехало. Так. По-моему, я не тем немножко занимаюсь сейчас, ё-моё. А где моя шапка? О, для рассудка. Так.
Отлично. Там свинья еще мочит, по-моему. Ну, по-моему, больше ее бьют, чем это, кабана. Опа, оба убегаем. Убегаем, братва подъехала. У нас, кстати, грибочек, он для здоровья есть рядом. О, он тут тоже немножко убивает. Так. Так, сейчас же вылезет. А, бронька где моя? Вот она. Так. Убиваем. Так, убили. Так, отлично. Сейчас они все подтянутся сюда, правда. Но мы освободим большую часть коконов. Там останется по зелененькому, скорее всего. Так. Так, отлично. Все пока по плану. Они не совсем... Ну, вообще-то как, уже толпой что-то прут. Чем я там с копьё? Копьё пока целое. О! Чё-то это не совсем хороший биом. Тут... Тут чёртовы змеи. Поэтому норки... А я норки, наверное, выкопаю, да и все эти... Оставлю только где-то в одном месте. Рядом, где есть норки, поставлю там пауков, чтобы они между собой долбились. Так. Так. А, скоро циклоп придет. Кстати, куда бы циклопа повезти? Там подумаем. Так, мясо набрали, да? Лечилок немножко набрали. Где-то я рюкзак выкидывал. Вот оно у нас. Мясо. Там, походу, уже опять появился паучок. Их тут дофига вообще. Опять возродился, пока я тут бегал с ним. Так, где у нас... Броня. О, здоровья-то уже нету. Так. Уже мало здоровья. Сейчас он приползет, этот зеленый, убьем его. Че, я зря его кулупал? Так. Должно убить. Отлично. Пока так лечусь, а то до создания мази может не дойти. Так. А вон ребята пришли уже. Так. Где-то я тут рюкзак скинул. А, вот. Кстати, нам пожрать-то ничего и нету, а? О, бананы тут были. Че, сожрали? Тут же еще висели. По-моему, макаки что, сперли? Можно вот так вот сделать, как раз полечиться. Так, этих ребят отводим пока сюда. О, бананы. Отлично. Пока так, под ножным кормом. Так. Фух. Немножко паучков-то мы тут почистили, но не в том количестве, в котором хотелось бы. Всего один кокон. И так понемножку паучков самих. Так. Так. По-моему, копье сейчас отъедет.
Да, сейчас отъедет. А где-то тут были. Сейчас сволочь ударит, наверное, да? Нет. Так. Это копье выкидываем, оно все уже бестолковое. Так, ничего не вижу уже. Так. Дальше, 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 дальше. Делаем себе новое. А это откуда? Понятно, откуда-то выпало. Ладно, так. Это сюда. Топливо ужаса. Че, никуда не складывал? Так. Не бличилок бы надел, только чтобы такое сжечь, что не особо нужно. Так, так. Че у меня... А, все перепутано, потому что убивали. Так, кыш отсюда. Пожрать, пожрать. Бананы вот. Сейчас бананов просто наберем, да и все. Или нет тут уже бананов, да? Черт, они уже восстановились, пока я тут бегаю с ними, а? Ладно, сожрем мясо, не страшно. Зеленый, вылазь. Так. Как ты попал-то, блин, скотина ты такая, а? Я же отскочил. Сволочь, сволочь. Так, тут не должно никого больше быть. Ломаем быстренько. Так, отлично. А то что-то тут их... Они уже третьими скоро станут. Тут вроде что-то пожрать должно быть. Вон бананы. Пока бананы жрём просто. Ну, каких-нибудь дальних пауков можно оставить там где-то. Этих всех нужно отсюда выкорчевывать. Нашел время, когда кочевать их зимой, когда большая часть суток темно. Так. Так. Так, так, так. Отлично. Еще два таких и... И зеленый должен сидеть еще. Вон он вылез. А вот это фигово. А, так. Ну прыгай быстрее, что ли. А, блин, да че ж ты попал-то как, а? Так. Так, быстро бежим. Быстро, 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 быстро бежим. Тут никого не должно быть. Все, еще один снесли. Отлично. Остается, по-моему, еще штук 5. Так. Что там у нас? Раз. Да, еще штук 5. Но уже попроще. Уже вплотную, по крайней мере, с нами уже не стоят. Задача только что-нибудь пожрать. Давайте деревья пока вот эти рубанем как раз. Они нам мешают немножко. Может выпадут... Бананы выпадут, и это как? Яйца. Вот ты черт! Яйца, блин. Вот тебе и яйца, а. Ой, отличное яйцо. А, опа. Так. Змей еще поселился. И сейчас еще отравить не хватало, чтобы... Так. Так. Так, отходим. Совсем забыл, что с этих это... Помимо яиц выпадают еще и сами змеи. Так. Пить что-нибудь поджечь бы и это как, и того. Ух ты, чё, еще у вас не хватало, а? До какого
Режь вот, а. А, с этими проще. Так, некогда. Некогда сейчас это. Давайте кроме сюда вот залезем. Фак, паук заметил нас. Бежим, 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 бежим. Успей, нет. Отвалите, пожалуйста, паучки. Он за нами идет. Все, нет. Все, 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 успел. Сейчас, правда, голодать начну. Так. Сейчас на макак, может, нападут. Я думаю, не умрем пока, это как успеем. О, еще темно. Они и так на макак напали. Отлично. Ой, на меня! На меня, на меня напали. А, скидываем на макак. Так. Убейте хоть одну макаку. Не, ну тут не вариант вообще. Чтобы они макаку убили, это не вариант вообще. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой, так. Сколько жареное мясо отнимает, я не помню. Черт, я надеюсь, я не сдохну. Фу, всего 5. Нужно что-то сжечь, срочно нужно что-то сжечь, сделать лечилок и нажраться мясо монстр, блин. А, хотя бы так. Я не знаю. Факел где-то здесь валялся. Потому что жратвы я совсем не приготовил никакой. Ну, исследовал мир. Так. Только база не сгорела, только база не сгорела, только база не сгорела. Фак. Где светильник, черт, так. Ну, паучок, не лезь ты сюда, черт подери. Че он увидел? Кого ты увидел? 2, 3, 4, 5. Отлично. 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 Ек. Сейчас немножко мяса нажремся. А, не ту шапочку, не ту. Где шапочка? Отлично. У нас еще лечилка осталась. О, 2. Мясо пожарим сейчас. Все будет норм. Так, а что тут у нас рядом есть? Бананы есть. Кстати, он к тем бананам можно сгонять. А, вот, да, все правильно, аквариум. К тем бананам сейчас сгоняем. Казан нужно сделать, но чтобы его сделать, нужно как-то аккуратненько тут это, поджечь где-то деревья в сторонке. А то без казана плохо. Так, тут уже сперли. Ну и там наверняка тоже сперли, да? Лучше я даже подходить не буду, а то сейчас макаки за мной увяжутся и начнут... что-нибудь опять тыбрить. Она уже бежит. Да какого черта? Так, а я смогу ее убить, а? Бежит? Нет, не бежит, все нормально. Ой, птичка попалась. Сейчас мы его, наверное, съедим. Обломись, ага, съели. Так, ладно, давай вот это. Давай вот это. Вот это. А, кого на кого повести? Я что-то кого-то хотел, забыл уже. Так. Мы прыгаем. Когда вчера точно, где у меня где-то эти. Я немножко запутался тут с этой картой уже. А, так. Кролики.
Опять кролики. Да, они тут везде кролики. Так, подождите. Должны быть мраморные колонны. О, черт. Не то. А, вот же. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь свиней. Вот можно семь свиней. Сюда вот можно сбегать. Кстати, да, наверное, в следующей серии, наверное, нужно сбегать. Там уже должен этот как... возродиться этот товарищ. Так. Так. Шапочку пока выкинем. Так. Это дело копнем. Это копнем. Так, так. Так. Блин, а вообще за кроликами нужно бежать. Все остальное фигня. Все остальное фигня. Нужно кроликов взять и сделать себе наконец-то мясное чучело и наделать амулетов. Мясо есть? Эй, мясо есть? Черт, опять перо. Какого лешего? Ладно. На этом серию заканчиваю. Кому понравилось, не забывайте ставить пальчики вверх, подписываться на канал. Кто не подписан, заглядывайте в группу ВКонтакте, делитесь видосом, это поможет развитию канала. Все, увидимся в следующей серии. Всем пока-пока.